вечер! Дамы, господа, мальчики и девочки! Нет, не прошли те времена, когда мы, отважные корсары, покоряли, бороздили моря Тихого, ледовитого, не очень ледовитого, океана, завоевывали и завоевывали сердца красавиц. Особенно сегодня, в день Святого Валентина, уникальная возможность на ураганной моей шхуне отправиться в путешествие к острову Сокровищ, где скрыт клад Купидона и красавицы Агры. Baby, this is just a feel good, right? Да, вот она такая, мамуля-люлю. Дочка губернатора и королева моего сердца. Она покорила не только, но и всех пиратов, превращая всю губернию в настоящий бордель. I'm sorry, в рай для пиратов. Мама-люлю. Да. Да, я такая. Ну что ж, Вальдемар, по-моему, слишком долго мы стоим на этом приколе, и нам стоит отправиться в путешествие. Я за сокровищами Виагры. Не Виагры, сокровищ, за сокровищами Агры! Ты хочешь отдать приказ морякам поднять свои концы, отдать швартовые? Поднять концы! Спустить паруса, Люлю, по-моему, ты что-то перепутала. По-моему, поднять паруса и отдать концы. Мамочки, виднее. Я Давайте. Поехали. Четвертый выстрел. Так, ваш. У кого больше омлетов, тот и победит. Окей. Ну, пятая попытка. Отлично. Эй, моя, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне тебе морской подраву дьявол. Его хочу любить. На-на-на-на-на-на-на. Сколько лет, сколько зим. Что стоило мне добраться до твоего острова, капитан? Да, я думаю, миссис Ларриот причалила одни с пустыми руками, а? Да, у меня есть небольшой для тебя сюрприз. Бутылочка. Бутылочка, отлично! Бутылочка рома! Дорогой, нет, она пуста. А с чем она, бутылочка-то? Не совсем пуста. Я думаю, в дьюти-фри купила. Здесь послание для влюбленной пары. Влюбленная пара, которая... По левому борту. Вот там тонут дамы. Вот какие посмотри. Дамы? Нет, левому. Нет, по правому. Ну, тебе виднее. Да, по-моему, это какие-то пловцы в полосатых купальниках. Это не пловцы, это дамы. И им нужно искусственное дыхание. И Юре тоже, кстати, нужно искусственное дыхание. Дамам искусственное дыхание. Боже, что они делают? Искусственное дыхание. Это истинные врачи. Сейчас дамы чувствуют, живут. Бедные девочки, они захлебнулись, переплывая тихие. Вот в рот. Не очень приятно пахнет. Конечно, конечно же, это же водоросли. Ooh.
лицо. Приятного аппетита. Тараканчи сеньор. Ходи тараканом. Только на муртом все. Внимание, девушки, пожалуйста, ко мне сюда. Это первая часть игры. Да-да-да, это оставьте. Мы с Люлей съедим, мы тоже любим эту сладость. С водорослями особенно. Так, итак, посмотрим. Торт Святой Валентин от Владимира и его, как, Олеси. Не растирая, но не отмывается. Так, это кто? Максим и Таня. Шапочка. Все, Максим. Максим, ложись, где ты был. Девушки должны слезать этот крем. Клубничка от Святого Валентина. Я сказал съесть торт. Поддержим наших участников. Мурли, как они готовы? Вот такой. Любви вам, счастья, и пусть надежда никогда не покинет вас. За суперпару года! Как шахнем! У!